Краеведческая экспедиция кубанской кругосветки 8 августа прибыла в станицу Успенскую, а на следующий день юных спортсменов встречали в селе Белая Глина. В экспедиции участвуют школьники и студенты Краснодарского края. За 55 дней на велосипедах, рафтах и пешком они обогнут практически весь край. Кто-то предпочитает проводить время за компьютером, но только не эти активные ребята, которым по душе реальные путешествия. По традиции, экспедиция сделала остановку у памятника погибшим жителям Белоглинского района в годы его оккупации. В экспедиции учишься чему-то новому всегда. Даже если ты все умеешь, найдется то, что можно сделать лучше, как себя можно улучшить. Участников в кругосветке восторженно встретили юные белоглинцы на площадке рядом с Домом творчества. Угостили караваем. Местный музей устроил экскурсию по центру села и парку. Подростки задавали вопросы, расспрашивали подробности. А вы уже много в каких городах были? Ну, назовите хоть некоторые. Новороссийск, Анапа, Армавир, Сочи, Красная Поляна, ну это поселок. Что еще у нас было? Туапсе был. Джубга, Атамань. Как рассказывают участники экспедиции, проезжают они по 60 километров в день со средней скоростью 15 километров в час. Причем у каждого за плечами тяжелый рюкзак 25-30 килограммов. В жару и дождь, ветер и туман ребята на колесах с раннего утра. Здесь парни и девчонки 14-17 лет из разных уголков Краснодарского края. По словам руководителя группы, задача экспедиции за 2 месяца обогнуть весь Краснодарский край. На пути у нас Черноморское побережье, это Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи. Первый этап завершается на Красной Поляне, где мы с велосипедов меняем велосипеды на пеший способ передвижения. Мы берем рюкзаки, идем пешком через Кавказский биосферный заповедник, через горную зону, вот, и добираемся до Отрадинского района. Это двухнедельный переход, такой нормальный, серьезный переход, автономный. Вот, вся провизия на себе. Вот. С Отрадинского района, с хутора Ильич, мы пересаживаемся на лодке. И потренировавшись несколько дней, потому что навыков у кого-то нет вообще, то есть мы тренируемся, даже свои соревнования в этом году провели такие между собой и с ребятами из района, водниками. Вот, так что, как следует потренировавшись, мы уже двинулись в путь по реке, по Урупу, дальше до слияния с Кубани, по Кубани, через Армавир и вот до Кавказской, до станицы, где мы вот буквально недавно дневались, тренировались, снова привыкали к своим велосипедам. С Кавказской наш путь лежит вот через Белую Глину, через Крыловской район, через Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюкский район, ну, до Тамани. В Белой Глине ребята расположились на отдых на базе школы номер 11, а с утра снова отправились в путь, ведь впереди дальняя дорога, ждут родные. Успехов вам, участники кругосветки!